Так, всем привет, с вами Эр. И это на самом деле лига. Девятая лига по генералам. Так, лично для меня это последняя встреча против ТКБО. Тыковка, как мы еще любим его называть. Оно говорит, что армии не будет говорить. Так, все, мы стартанули. Удачи нам, ребята. Жить в роскоши. Стартуем мы снизу. Но это неплохо. Почему-то музыки нету, это плохо. Пусть будет. Вот так лучше нужно делать. посмотреть. Китай щедрый, звучит многообещающе. А, лучше сверху, Воин чтобы Китай, у поехал. нас Так. большие планы. Давай, 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 езжай. Будем жить в роскоши. У нас большие планы. Отличное место. Давайте строить. Китай станет больше. Китай щедрый. Сам строить не смогу. Очень надеемся, что это глашник. Строительство закончено. Строительство закончено. У нас большие планы. Будем жить в Давайте роскоши. Строить. Но похоже это не так. Это не так. Много ресурсов. Это у нас не глашник. Строю для Китая. Отличное место. Будем жить в роскоши. Так, америкос, америкос, америкос. Давайте строим. Можно туда зафигачить Отличный какую-нибудь ерунду. Китай щедрый. Здесь тоже. Отличное место. Строительство закончено. У нас большие планы. Нужно посмотреть. Мы пробьем их броню. Добились. Подразделение потеряно. Не знаю он, как просто. Делать. Готов. Строю для Китая. Мы броню. У меня большая пушка. Подразделение потеряно. Будем жить просто. Китай щедрый. Отличное место. Ой-ой. Это не есть гуд. Подберем еще товаров. Убийца танков. У меня большая пушка. Мы пробьем. Ресурсный грузовик на ногу. Люблю большие цели. Дяди, убийца танков. Подразделение потеряно. Давайте строим. Последний дозер остался, надо, конечно же, его куда-нибудь деть. У нас мало энергии. Убийца танков здесь. У меня большая пушка. Подразделение потеряно. Будем жить в роскоши. Уходи, 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 уходи. У нас большие Ох. На последнем хп просто стащили. Перемещаюсь на новую позицию. Будем жить в роскоши. Прослушиваю врага. Ой-ой-ой. Убийца танков здесь. Подразделение Ёлки-палки. Потеряно. Представляете, да? Большая пушка. Фигня какая случилась. Убийца танков здесь. Вражеские танки там. Люблю Подразделение потеряно. Мы пробьем Я все больше. Настраиваю частоты. Убийца танков здесь. Мы их найдем. Отберем еще товаров. Ничего а ладно, не будем так делать. Подразделение потеряно. Ой-ой-ой, не в того стреляем. У меня большая пушка. Мы пробьем их в броню. Вражеские танки там. Люблю большие цели. Убийца танков. Подразделение потеряно. Перемещаюсь на новую позицию. Стоим на пленке. У нас серьезный график.
Подберем еще товаров. Ты тут занят. Где ближайшая гора? Это короткий путь. Ресурсы там. Подразделение потеряно. Армир здесь! Наш базарный комнат! Нас мало энергии. Китайский бронированный транспорт. Подразделение потеряно. Пристегнуть ремни. Вражеские танки. Подберем еще товар. Люблю большие цели. Ух, что делает, а? Так точно. Прослушиваю врага. Перемещаюсь на новую позицию. Подразделение потеряно. Стать полон. Найдем там. Я все слышу. Убийца танков здесь! Хотя не нужен, не нужен нам еще один. У меня большая пушка! Докладываю. Наши пули ничто не остановит. Перемещаюсь на новую позицию. Защитники мира! Убийца танков здесь! Наши пули ничто не остановит. Уровень давления у самого танков здесь мы пробьем. Танки готовы. Генерал, наша база атакована. Прорабатываем врага. Танки найдем. Люблю большие танки. Подразделение потеряно. Ой, а что не бьет-то? А что не бьешь? Поздравление, генерал. Вас повысили. У меня большая пушка. Люблю большие танки. Здесь. Подразделение потеряно. Мы их найдем. Уровень давления установлен. Убийца танков здесь. Китайский бронированный транспорт. Куда-то еще. Прослушиваю врага. Готовы прокатиться, парни. Вражеские танки. Так, и сдается, сдается. Так и было. Мы победили. Фух, смогли все-таки отбиться. У нас мало энергии. Докладываю. Мы пробьем их броню. Еще две игры бы нам желательно взять у него. Мы уж точно должны дальше пройти. Посмотрим, посмотрим, как получится. У нас мало энергии. Китаю нужен новый источник ресурсов. Аж 70 тысяч захватываем. Так, пока выбирает карту, у нас противник, оппонент. Кол территории, выбирает он карту. Это зимняя такая, очень на ТД похоже. Так, снова пех и рандом играет ТКБО. Даже цвет его не знаю. Блин, не смогли мы сразу заказать почему-то реактор. Что ж, надо по бокам как-то или в центр пойти. Надо в центр, наверное, пойти и из-за этого... Назовем это заэтоваться. И одного сюда, да. Быстрее строим сплайку. Надо было, конечно, наоборот делать. Ладно. Неважно, неважно. Так, если это глашник, выгоднее вот эту штуку построить. Фиг знает, кто он. Ресурсный грузовик на связи для Китая. Поэтому придется вначале потеряться в экономике. Маленькой фигней позаниматься. Вроде бы это не никто такой нибудь. Да, не глашник, это кажется. Китаец какой-то это у нас. Ой-ой-ой, куда ты полез?
жить в роскоши. Как закончу, будет хорошо. Мы пробьем их броню. Здесь много ресурсов. У нас серьезный график. Ресурсный грузовик на связи. Китайцы и ракетоносцы. Идем гранатомет. Здесь много ресурсов. Последим, что он кого берет. Захват хотел пойти, да, значит? У нас большие планы. Хочет захватить что-нибудь. Мы прокажем все танки там. Одна машинка, ай-яй-яй-яй. Плохо. Конечно же, это плохо, мы сделали. Мигов видим. Ванильная вчина, это скорее всего, да. Мне так кажется, что это ванильная. Уже жгут. Подразделение потеряно. Давайте строить. Отличный выбор. Будем жить в роскоши. Надо то, что да, заняться этим самым. Давайте строить. Отличная меня большая пушка. Китайский ракетоносец. Армия людей. Эй, фирм не захватить Китай. Вражеские танки там. Выследить врага. Китай щедрый. Будедрый. Жить в роскоши. Отличный выбор. Китай щедрый. Ох ты. А откуда он тут? Немножко не понял, откуда он тут вдруг появился. Подразделение потеряно. Дракон должен победить, а вот барак, не знаю, теряется, нет? Да, не теряется барак, все нормально у нас происходит. Ох, не давит что-то наш друг. Сожгли нас здесь, а вот. Отличный план, генерал. Фигово. Так, ну, наверное, он знает, что ликсы будем делать, но, наверное, не узнает, что мы их усиленно будем делать. Или узнает. Подразделение потеряно. Почему-то не дерется наш уважаемый друг. У меня большая пушка. Мы тут заняты. Получим дополнительные ресурсы. Слушай. Мы пробьем их броню. Подразделение потеряно. Улетаем, улетаем. Докладываю. Не улетели. Может, все настолько аж плохо у нас. Что-то не получилось нам. Давайте завод сначала все-таки сделаем. Подразделение потеряно. Так, ну уже с двух флангов то он навряд ли залетит своими мигами. Посмотрим, посмотрим, конечно же. Будем жить в роскоши. Бункер готов. Кому-то сегодня не посчастливится. Подразделение. Да, сейчас мы его и поймаем. Так, лотос у него может быть еще. Генерал, вас повысили. Что там внизу? Закладывай. Да, и сдается сразу же. И это 2-1, ой, 2-0 даже. Еще ни разу не проиграли же.
Тракса выберет. Ну давайте, Тракса. Токсин мне тоже не помеха. $73,000 зарабатываю. Хайтвей выбирает карту. Запеха тут. Ох, если он какая-нибудь юз, то это будет фигово. Если честно. Ладно, пех так пех. Такая вот у нас карта. Очень больно открытая. Вот она, пожалуйста, вам большая карта. И у нас на них большие планы. Понимаете, о каких планах идет речь. Только мы их планов тут не видим. Строим китайскую империю. Что ж, один вдалеке, другой вблизи. Нет, другой сюда аж поедет, давай. Строю для Китая. Строительство хорошее. Контролировать так все. Здесь еще вышечка есть, здесь такая фигня. Кстати, хорошо пеху такую фигню захватывать. Нет, надо сюда. Вдруг это глашник. Захочет он там норочки воздвинуть. Будем плакать. Но рабочих по центру не видим, это вряд ли будет кла. Либо это игра в двух заводов. По идее, их по-хорошему надо будет. У нас большие планы. Строительство завершено. Строительство закончено. Будем жить в роскоши. Китай щедрый. Подберем еще товаров. Мы пробьем их броню. Подберем еще товаров. Строительство завершено. Давайте строим. Мы пробьем их броню. Отличное место. Мы пробьем их броню. Китай щедрый. Убийца танков здесь! Мы пройдем танк! Строю для Китая! У меня большая пушка! Давайте строить! Мы пробьем их броню! Дракоша снова в деле. Строительство завершено! Ладно, фиг с тобой. Жги нас. Давайте строить! Подразделение потеряно. Будем жить в роскоши. Люблю большие цели. Давайте строить. Отличное место. У меня большая пушка. Китай щедрый. Китай станет давайте больше строить. Ой, а никого в этом домике нету. У нас большие планы. Вот повезло, да, ему. У меня большая пушка. Люблю большие. Где вот он? Вот. Подразделение он. Потеряно. И вот это вот тут у нас будет база. А, снизу, блин, сожгли. И у нас дозер последний остается. Это очень плохо. На самом-то деле. Кстати, все это видите. Ну одного посылаем. Другие нафиг сюда. У нас здесь жара начинается. Ох, если у него тоже миги будут. Не поздороваться нам, не поздороваться. Вытаскиваем всех нафиг. Один за ним бежит. Огонь уже выучивает. Ой, зря не допилил. Нет, оказывается, допилил нас. Атаковать того! Мы люблю большие цели! Убийца танков здесь! Китайский ракетоносец! Подразделение потеряно. Ну, должны уж одними ракетчиками-то задавить. У меня большая пушка.
О, давай, давай, давай его. Подразделение потеряно. А, во-во, получается стрелять. Блин, не добили. Хотя у нас какая уже кучка готова. Подразделение потеряно. Прослушиваю врага. Что у нас тут? О, о, понятно. Давайте строить. Они печалятся у нас, противник. Там строить не могу. Блин, давай здесь все воткнем. Ладно уж. Подразделение потеряно. Мы пробьем их, прокажут все танки там. Мы их найдем. Броню. Меняй позицию. Переключаюсь на новую позицию. Меняй позицию. Есть, готово. Эй, что это там? Мы их броню. Меняй позицию. Перемещаюсь на новую позицию. Прослушаю врага. Меняй позицию. Мы пробьем их, броню. Ну давай еще дракона нам отдай. О, командник мы ему отменим. Это очень здорово. Смотрите-ка, что делает. Поздравление, генерал. Вас повысили. У нас мало энергии. У нас мало энергии? Ну нифига себе. Нас жгли, оказывается, все это время. С двумя драконами. Не там тогда мы строим. У нас большие планы. Кажется, я их слышу. Прослушиваю врага. Настраиваю частоты. Мы пробьем настраиваю их частоты. Броню. Люблю большие цели. Убийца танков здесь. Прослушиваю врага. Люблю большие цели. Мы пробьем их броню. Докладываю. Мы их найдем. Мы пробьем их броню. О, тут дракон, оказывается, есть. Я все слышу. Мы пробьем их броню. Давайте отнимем ему парочку хп. Чё, если на гору заедем? Лотос, пойдем ее обнаружим. Мы пробьем их броню. Кажется, я тогда сюда мы обнаружили черный лотос противника. Да это понятно. Еще убить ее надо. Эй, что это там? Меняй позицию. Ничего не слышно? Перемещаюсь на новую позицию. Перемещаюсь на новую позицию. Подразделение потеряно. Ой, отходим, поворачиваем. Мы их найдем. Настраиваю частоты. Мы их найдем. Подразделение потеряно. Поздравление, генерал. Вас повысили. Люблю большие цели. Долго что-то строится. Подразделение потеряно. Китай станет больше. Докладываю. Прослушиваю врага. Эй, что это там? Мы пробьем их броню. У меня большая пушка. Вражеские танки. Да, там так точно. Броню. Им не спрятаться. Подразделение потеряно. Да, ладно, я готова к взлому. Я слушаю. Кажется, надо я сюда еще проведать. Ничего не слышно? Чё? Не, ничего тут нет. У меня большая пушка. Вражеские танки там. Подразделение потеряно. Мы обнаружили черный лотос противника. О, отлично. Перемещаюсь на новую позицию. Этот источник ничего не слышно? Истощен. Я проникну. Подсоединение доступно. Настраиваю частоты. Перемещаюсь на новую позицию. Меняю позицию. Будете бить? Да, будут бить с крыши. Плохо. А дракона будете бить?
будет у дракона без крыш. Вот эту штуку надо нам снять, у него в итоге экономики получается не будет. Подразделение потеряно. Смотрите, он еще и сверху аж залазит. Здание наше. Нужен прорыв? Настраиваю частоты. О, это нюк даже был. Будем жить в роскоши. Ах, да. Строим китайский бронированный транспорт. Кто следующий? Ой-ой-ой. Эй, что это там? Надо валить оттуда. Мы пробьем их броню. Давайте строить. Нужно посмотреть. Больше нет. Строим для Китая. Отличный план, генерал. Зайкован. Подразделение потеряно. Кому сегодня? Модернизация завершена. Китай щедрый. Мы пробьем. Китай станет больше, что закончено. Я все слышу. Мы пробьем их. Да, слушай. Убийца танков! Здесь! Мы пробьем! У меня большая пушка! Ползунок готов! Подразделение потеряно! Ползунок готов! Кому-то сегодня не посчастливится! Генерал, наша база атакована! Китайский бронированный транспорт! Издание наше! У нас большие планы! Будем жить в роскоши! А, сами приходят, отлично! Как закончу, будет хорошо! Убийца танков! Здесь! Прослушиваю врага! Эй, что это там? Я слушаю. Ползунок готов! Держитесь за поручни! Им не спрятаться! Да ой, ты будешь бить-то этого? Подразделение потеряно. Найди бронированный транспорт! Эй, что будет на сцену? Ползунок готов! Хочешь разрушить там? Садиться компанию на связи! Кому-то сегодня не посчастливится. Наши пули ничто не остановит. Подразделение потеряно. О, там еще и мины. Ну, по-моему, то это у него все. Поздравление, генерал. Вас повысили. У нас серьезный график. Да, все уничтожили. И третью игру тоже забираем. Вот, ура, ура. Так, а следующий у нас Deutsche, там хотел с кем-то уже пободаться. тысячу зарабатываем и 35 зарабатывает оппонент. Нюком он играл. Вот так вот, вот так вот. Заспамили тупо одну пехоту, считай. Так, на этом я, наверное, все тут. Будем ждать Deutsche.